мой личный. Вашего банка. Раз вы здесь представляете банк. Очень хочется обратную связь дать. Я задам вопрос по теме выступления. В принципе, симпатичный интернет-банк, удобная аналитика расходов. Так или иначе, такой сервис есть у топ-30, топ-50 банков. Но все-таки не у топ-50, даже не у топ-30. Плюс-минус. Сегодня скорее топ-15. Сегодня никого нельзя удивить уже переводом с карты на карту. Вот у меня, раз мы здесь на конференции по маркетингу, вопрос такой. Ваша роль в общем маркетинге банка, ваших дистанционных сервисов и конкретно интернет-банка, она в чем заключается? Вы через интернет-банк хотите повысить лояльность или через интернет-банк вы хотите увеличить комиссионные доходы? Вот, какова стратегия развития ваших дистанционных сервисов и их роль в общем маркетинге банка? Спасибо. Спасибо большое.